стали якісь от національного президента. Минуточку внимания, вы все понимаете, что вот за эти кейсы победителям призы полагаются. Поэтому те, кто из вас еще не определились, вы можете выбрать эти кейсы для того, чтобы попытаться поработать, понимая, какой приз вас ожидает. Артур. Да, приз у нас будет, но значит, наш численный кейс – это голосование. Хорошее голосование владельцев акций. Давайте я расскажу, как оно проходит. Если у вас есть акция, то раз в год компании проводят общее собрание акционеров, на которое выносятся какие-то вопросы. В основном сейчас эти голосования проходят не в электронном виде, просто крупные акционеры собираются в одной тесной комнате и там голосуют. Возможности у небольших участников, у физических лиц, как правило, голосовать нет. Те проекты, которыми сейчас занимается НРД, национальные качественные депозитарии, которые представляют, это электронное голосование. Мы сейчас делаем электронное голосование в обычной централизованной манере, в централизованной системе. Соответственно, мы решили вынести бизнес-кейс, предложить сделать то же самое на блокчейне. Сейчас мало времени объяснять, почему это для нас выгодно. Может быть, я в кулуарах это объясню, вот. Но бизнес-кейс такой. Значит, в чем сложность? Сложность в том, что число участников этого электронного голосования может быть достаточно большим. Ну, то есть сотни тысяч. Или если там на Западе, то миллион. У нас сотни тысяч. Само голосование, как правило, проводится достаточно долго, там, в течение порядка 20 дней. Вот. При этом интересная особенность то, что в самый последний там, момент, последние пару часов вот, перед самым закрытием голосования проводится трансляция, онлайн-трансляция первых лиц компании. То есть дается какая-то информация о компании. Соответственно, в основном люди будут голосовать именно в этот момент времени. Вот, собрать голоса миллиона участников за один час, вот, нам кажется, это уже очень челленджная задача, ну, практически нереальная. Поэтому мы хотели посмотреть, кто сможет предложить способ реализовать это на блокчейне. Цель заключается в том, чтобы то есть победителем будет тот, кто предложит максимальную скорость. Мы не требуем миллиона за час, хотя это было бы желательно, просто максимальная скорость. Ну и плюс, конечно, требуется устойчивость самой системы. Вот такой у нас бизнес-кейс. Мы предлагаем приз. Да, приз — это Apple MacBook Air. Кроме того, я напомню, что мы вообще центральное звено на рынке ценных бумаг. У нас довольно много настоящих реальных бизнес-кейсов. Вот. Мы их тоже будем развивать, возможно, не на хакатонах, а в отдельном порядке. Вот. Поэтому мы рекомендуем с нами познакомиться, поучаствовать и показать себя, продемонстрировать, чтобы у вас был потом шанс. Он ли начал не вначале?